С помощью ласт. Видите, вот такие вот ласты. Наверное, многие плавали, да, с ластами? Да, я плавала. Я быстрее плавала. Да, сложного ничего нет, просто продолжение ноги, большие такие штуки одеваются и позволяет вам быстро плавать под водой. То есть это снаряжение придумано было в 40-х годах прошлого века, придумал такой подводный исследователь Жак Ив Кусто. Может, слышал кто-то? Да, да. И вот после того, как он придумал это снаряжение, дайвинг стал доступен для всех. То есть сейчас даже детки у нас вот от 8 лет занимаются, получают международные свидетельства, то есть мы обучаем их. Просто можно сделать пробное погружение. Сначала в бассейне, видели, у вас такая чаша, там есть бассейн маленькая. Да. Вот нам же говорят, да, нам вот сказали, этом... то, что это пожарное. Ну и что нам? Нет, там можно плавать, и мы там проводим занятия с детьми. То есть пробное погружение с аквалангом, вот, так, вот в таком вот снаряжении. Детки маленькие, 8 лет, могут поплавать. Если у них там все хорошо получается, мы выдаем такие памятные свидетельства.